6 мая 2003 года во Дворце культуры Национального авиационного университета Украины состоялся концерт легендарной сибирской группы «Гражданская оборона». Долгое время радикальные политические взгляды лидера «Гражданской обороны» Егора Летова препятствовали появлению группы на больших концертных площадках. Но сегодня радикализм Летова уже не заглушает самоценность его творчества. Политические страсти уступили место музыке. «Гражданская оборона» образовалась в начале 80-х годов, когда младший брат известного джазового музыканта Сергея Летова, Егор Летов, начал создание собственного стиля – сибирского панка. С тех пор группа пережила несколько перерождений, записала огромное количество альбомов, прошла через гонения и запреты. Егор Летов сегодня по праву считается символом российского нонконформизма. И, безусловно, «Гражданская оборона» является точкой притяжения для всех ценителей альтернативной музыки. О них часто говорят, что это музыка протеста, вечной молодости и одновременно 100 лет одиночества. Шок, каналы с водой, бетонные стены, сырая земля, железные окна, электрический свет, заплесневший звук, раскаленный асфальт. А мир был чудесный, как сопля на стене, а город был хороший, словно крест на спине, а день был счастливый, как слепая кишка. Он увидел солнце. Способый дым, горелая вонь, колючая проволока на километре, обрезки резины, колеса и шлак, слепые дрожжи и сухая трава. А мир был чудесный, как сопля на стене, а город был хороший, словно крест на спине, а день был счастливый, как слепая киска, он увидел солнце. Осколки стекла, кирпичные шеренги, крематорий дымится, консервные банки, обрывки бумаг, автомат, униформа и противогаз. А мир был чудесный, как сопля на стене, а город был хороший, словно крест на спине, а день был счастливый, как слепая кишка. Он увидел солнце. Кумир, стиль жизни мой, благодаря этой группе, вот все мои поступки и жизненное кредо только благодаря той философии, которую этот автор со сцены несет. Ну, это как бы было для меня становлением моей психики, моего мозга, моего восприятия мира. Мне на этот концерт надо идти для того, чтобы получить моральное удовлетворение. Все. Эти песни, грубо говоря, вечные, как Библия. Ну, не все песни, скажем все. Так. Все. Все. Есть какие-то песни, которые устарели? Нет. Тема актуальна всегда. Конечно, в свое время они, допустим, что-то сыграли в моей жизни, там где-то как-то в становлении как личности. Это время несет совершенно другую ритмику и совершенно другой подход должен быть к молодежи, чтобы охватывать широкие массы, как в мое время. Мы хотим увидеть Егора Летова живым.
Это очень важно для нас. Это главное событие в жизни. А что они сейчас в этом времени находят у этого автора? Мне тоже это очень удивительно. Очень хочется верить, что он все-таки остался таким, как... Здравствуй! Как до, скажем так, разрушения Союза, потому что все-таки, когда был Союз, ему было с чем бороться. Сейчас меньше факторов, против которых можно идти революции, а пропаганду, которую он и нес. Он же сам говорил, там, знаете, типа, там типа, революция, а потом сказал, нахуй кому нужна. Хорошо, за что он сейчас борется? Уже там всякие трудные времена. А сейчас уже не борется. Я считаю, что он правильно сделал. Вот начиная от «Солнцеворота», вот как пошло, ну, этих альбомов его. Молодец, человек понял, ну, как, прошел вот стадию. А я умный, я книжку. Сделал, ну, как, достиг того, чего он хотел. Ну, вот, чисто для себя. И все, остановился. И пошел просто так уже по течению просто. Дальше его уже течет. Почему? Егор Летов – это такой человек, который всегда будет против. Сейчас меньше вот того, с чем можно бороться. Сейчас все можно. Нет, Кать, тогда был Ленин. Ну мы да. с ним боролись. Сейчас Ленина нет, мы все равно с ним боремся, короче. И мы сейчас боремся скорее поборемся с тем, немножко, что у нас в мозгах, а не с тем, что давит на наши мозги. Праздником нет, горизонтом и праздником нет, вдохновением и праздником нет, 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 без привеза в той полоне, везде сущность мышиной возни, злые сумерки бессмертного дня, долгая счастливая жизнь. Счастливая жизнь, отныне долгая, счастливая жизнь.
включили захуделый гнёт. Осень за солнцем на холодном углу, и сядешь на колеса и седу на иглу. Отрыгнул сомнение, закатав по рукам, нелегко солдату среди буйных трав. Если бы он был зрячий, я бы был слепой. Если бы я был мертв, я бы был живой. Так опусти же мое дело у сломатой рукой. Забери меня в свой параличный покой. Меня не устремают перемена мест. Стукач не вырос, и я не съест. По больному месту накаленным швом, по открытой ране до сырой землей, и со мной кровати до последний раунд, и с безумной благодати до вам, да-да-да-да-да, к нам. Затраченных ущелий захудал и гнет. Ущелий за сусом на холодном углу, не сяду на колеса, ты сядешь на иглу. Ущелий за сусом на холодном углу, не сяду на колеса, ты сядешь на иглу. Город Киев – один из любимых городов нашей необъятной страны. Назовем ее так. Красивый, очень зеленый, романтический, с красивыми барышнями, с благородными джентльменами. То есть, одно здоровье пройтись по городу Киеву. Ты забейся в сочные ямочки, в мягкие дырочки пулями оставлены. Ведь лучше стучать, чем перестукиваться. Анонимная философия продавшихся заживо, заживо погребенных. Мне 21 год будет 17 июля. Что вы хотите, блин, вообще услышать от этой всей, как говорится, компании? Я строил селескую гроб! Нет абсолютно никакой идеи этой группы, она просто делает то, что им нравится. Нет, на самом деле панки это... Как вот, знаете, рана начинается, если в ней какая-то заноза, начинается она гноиться. И панки это то же самое. Если в обществе есть какая-то рана, она начинается гноиться. И этот визгной выходит наружу. Это все, это вся эта... Короче, это свобода! Пуля сой, ищет дурачок, глупее себя. Зубчатый.
скользким значкам, по кровавым словам, по голодным годам. Мы идем в тишине, по убитой весне, по распятым во сне, и об этом совсем. О, рахвися, не скучай, по коронках. В тишине, по убитой весне, по разбитым домам, по седым головам, по зеленой земле, по темневшей траве, по упавшим телам, по великим делам. Мы идем в тишине, по убитой весне, мы идем в тишине, по убитой весне, мы идем в тишине, по убитой весне, мы идем в тишине. Хочу вернуть себе то время, когда я был ребенком, 14-13 лет, самое дорогое мое время. Вот я его теряю с каждым годом, я пытаюсь, когда попадаю на эти концерты, что во мне оживает просто. Я становлюсь таким же беззаботным, как раньше был, понимаешь? Сейчас, когда взрослеешь, все обламывается, друзья становятся, знаешь, кидают тебя, все эти дела. Разочаровываешься в жизни во всем, а когда оказываешься на таких мероприятиях, просто, знаешь, какая-то искра, чувствуешь, что есть еще ради чего можно жить. Ну, когда есть такие люди, знаешь, тебе кажется, что они по духу такие, как ты, вот и все. Благословенное время, что тут скажешь. Сейчас, конечно, уже все немного не так, но... Лукич, Калинов мост, гражданская оборона, все это... Селиванов. Да-да-да-да-да-да, все это... В какой-то степени Янка, да, из Новосибирска, Дягилева, да. Девушка. Вот все это... Тогда как-то не было такого разделения на то, кто там звезда, кто не звезда. Все это жили единой семьей, и постоянно происходило какое-то взаимопроникновение идей, там, и каких-то взаимообогащений, там, кто чего смотрит, кто чего читает, кто чего нашел, кто чего послушал, там, кто чего сочинил. То есть песни, можно сказать, были общими, и, соответственно, общий дух был, такого братства. Сейчас, конечно, уже немножечко все иначе, но... Тем не менее, всегда приятно увидеть тех, кто остался в живых, обнять их, пожать им руки и так далее. Словами своего Лобяного Христа. Да-д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 а-
своего неспасенного креста. Белые тени, кто поймает белые тени? Спеленной надежными цепями своего безнадежного креста. Скользкие вены, скользкие ты пушки вены. Поцелуй холодными губами своего зазеркального креста. Thank you.
махнули одеться в оке мандиры. Это ничего, это так и надо. Главное, что толстик унес старинку. Главное, что ежик всегда в тумане. Как листовка, так и я. А как листовка, так и я. А как листовка, так и я. А как листовка, так и я. Как можно относиться к старому другу, с которым 10 лет на этой сцене и умираешь, и воскресаешь, и чудишь, и безумствуешь, и черт знает вообще, что творишь? Конечно, мы друзья, товарищи, соратники, то есть можно пойти в разведку. То есть с такими людьми можно изобретать, и это всегда приятно. В метре надо стремиться. Он же в это не стремится, не хочет сделать из себя поп-диву и поп-звезду, а как некоторые... Вот. Это человек, который делает свое дело, выражает свои взгляды на жизнь. И за это ему спасибо большое. Это один из самых умных людей, наверное, конца прошлого столетия, начала этого. Над купотью.
дней подо мной подземный город молоко. Нам с тобой одна дорога на века. Бесконечный окно за окном. Грязный вид и окно за окном.
месте все наоборот. Волос чашки моей вины, грязный винт и окно за окном. Грязный винт и окно за окном. Грязный винт и окно за окном. Мы пытаемся зацепиться за ту жизнь, чтобы они остались живыми. Но не любым способом, не любой целью. Не любой целью. А с большой буквы остаться живыми и духовными именно. Потому что все, кто, скажем так, платит за вот эту духовную, скажем, цель, живую, да, они должны расплачиваться каким-то образом материально. Смертью родных, своей собственной болячкой какой-нибудь, раком, чем-то там еще. То есть жизнь – это очень жестокая задачка, собственно говоря. Либо ты живешь хорошо, с точки зрения там, физической, физиологической или какой-то угодно, либо ты живешь плохо, но ты тогда солдат. Вот. Мы поем песни для солдат, и мы хотим, чтобы их было ты больше. Ты считаешь себя солдатом, поэтом или музыкантом? Солдатом. Никаким поэтом, ни музыкантом я себя не считаю, потому что музыкант никакой. Вот. А поэт, я профессиональный. А когда человек становится профессиональным поэтом, он понимает, что цена слова, то есть слово, собственно говоря, поэзия, это так себе, это пластилин. Это форма, из которой можно сделать так, тяк, иначе. То есть человек раз в жизни делает определенный выбор. Кто он такой? Либо он, грубо выражаясь, обыватель или обычный человек, либо он солдат. Если он солдат, тогда он отстаивает определенные ценности, которые выше его, ради которых можно отдать жизнь. Это, допустим, война там, в Чечне или где-то, где угодно, или в Сербии, например. Война за свою родину. Это патриотизм называется, или как-то еще. Понимаете, да? Либо война во имя там, духовных ценностей, когда это искусство. Тогда начинается Ван Гог, который отрезал себе ухо и так далее. Ну хорошо. Это не то, что война, это, скажем так, человек в некий момент понимает, что есть определенные ценности в этом мире, за которые он готов платить чудовищную цену полную, хоть вообще все отдать. Все. Вот. Вот. По всей причине все люди делятся на два типа. Люди, которые это либо ощутили, либо согласились платить эту цену, либо те, которые смотрят издалека, делают, так сказать, руку козырьком и смотрят на то, как другие вот люди там, какая-нибудь вот тоже там, я не знаю, Динамо Киев, Спартак там и так далее, ну вот люди-футболисты, или там на поле боя, где угодно. Потому что все равно это война, это из области подвига, то, что делается. Отстаивание определенных ценностей, вот каких-то там игровых, искусство там и так далее, и там патриотические, действительно, земли своей вот родной, которую я ставлю в главе угла. Космос целый мир поледел, макет оказался сильней. Последний кораблик остыл, последний фонарик устал. А в доме с отметком я воспоминаний. Сопью в голове воспоминаний. О-о-о, моя
я сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных. А когда их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем из зоопарка. Мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем из зоопарка.